Добрый день, дорогие друзья! С вами, как всегда, Светлана. А у нас в меню жареный судачок. Вот так аппетитно он выглядит. Его можно подать как на праздничный стол, так и на любой прием пищи. Оставайтесь вместе со мной и будем готовить с любовью. Вперед! Поехали! Итак, друзья, вот он наш судачок, уже порезанный, почищенный, заготовленный. Я кусочки посолила. Теперь каждый кусочек я буду макать в муку и отправлять на сковородочку. И так, каждый кусочек жарить я буду на двух сковородках. На двух сковородках. И буду жарить с двух сторон до готовности. Судачок, рыба очень вкусная, диетическая и полезная. Вот таким образом я каждый кусочек макаю и готовлю. Вот так. Ну и так у меня заполнилось две сковородочки. Я рыбку буду переворачивать, доводить до готовности, а потом приготовлю ее вам. Итак, будем наш судачок готовить дальше. Вперед, поехали! Итак, друзья, наш жареный судачок уже готов. Запах великолепный на всю кухню. Вот такое яркое, сочное, аппетитное блюдо у нас получилось. Всем, кто кушает, приятного аппетита. А мы сейчас тоже садимся ужинать и судачок будем отведывать. А как же? На этой вкуснейшей ноте я с вами прощаюсь. Пока-пока, дорогие мои. До встречи в следующем ролике. Я вас всех обожаю.